дружинин Кайсара. Красного Луринга Александр Викторев, город Копейск, Челябинская область. Синего Луринга наш гость из Хакасии, города Абакан, Байван Асфанариев. Больше.
третьему раунду готовится представитель Сибирского федерального округа из города Абакан Айман Османалиев. Ему 15 лет, боксом занимается 5 лет. Участник первенства Российской Федерации этого года, победитель первенства ЦСПСО профсоюзов этого года, победитель первенства Республики Хакасия 2009-2011 годов. На его боевом счету 64 боя, 54 победы. Провел одну международную встречу, которую проиграл. Тренирует спортсмена Иван Заводин. Завоевал представитель Хакасии Байман.